Открыть свой бизнес сегодня может каждый, однако недостаточно об этом только мечтать. Проект «Открой свое дело» стартовал в здании администрации. Так называемая школа бизнеса работает уже с 2010 года. Люди, мечтающие работать на себя, узнают здесь что-то новое и запускают свой бизнес. Раньше на открытие дела выдавались гранты, однако теперь молодых предпринимателей обеспечивают только субсидиями. Программа у нас рассчитана на 2 недели. В эти 2 недели мы дадим необходимо начинающим предпринимателям для запуска бизнеса. Это и маркетинг, бизнес-планирование, финансовый учет. Все, что связано с бизнесом, мы это расскажем, покажем, как это сделать. Идея создания проекта пришла 8 лет назад. В то время это был небольшой проект «Молодежная школа предпринимательства». Спустя время это выросло в большую федеральную программу «Ты предприниматель», которая реализуется в 50 регионах страны. Каждый год проводится 2 набора – осенний и весенний. В этот раз планируется обучить более 120 человек. Чем больше молодых людей придет к нам, тем больше таких горящих глаз, которые действительно хотят открывать бизнес, у которого есть желание и стремление, которые готовы рискнуть какими-то даже своими небольшими начальными инвестициями, тем на выходе мы будем больше иметь молодых предпринимателей и их успешных в будущем, которые могут, ну, собственно говоря, быть в будущем экономики региона. На протяжении всего времени обучения молодых бизнесменов ждет насыщенная программа. Это лекции, мастер-классы профессионалов, а также полезные тренинги. Сегодня авторы проекта решили сделать мероприятие в другом формате. На форум были приглашены выпускники прошлых лет. Тимур Титович, выпускник 2014 года, рассказал о своих впечатлениях от обучения. Я для себя некие размытые пятна открыл. И все, то есть я пришел, задал те вопросы, в которых у меня были сомнения, получил на них хорошие развернутые ответы, ну и, собственно, и продолжил свой путь. У выпускника на данный момент 2 бизнеса – интернет-магазин спортивного питания и кроссфит-студия. По его словам, бизнес не очень популярный и не очень денежный, однако к нему лежит душа. Другие выходцы проекта пожелали новобранцам не бояться и обязательно сделать бизнес-план.